Авария на железной дороге в Днепре. С рельсов сошел товарный поезд. В составе было 14 вагонов, в том числе две цистерны с дизельным топливом. Они перевернулись, но спасателям удалось быстро откачать горючее и не допустить возгорания. Железнодорожники говорят, что ЧП устроили охотники за металлом, которые сняли болты для крепления рельсов, и жалуются, что подобные случаи в последнее время участились. Бороться со злоумышленниками сами не могут, а обращения в полицию и СБУ результатов не дают, к сожалению.